Зимние холода – настоящее испытание для человеческого организма. Холодный воздух влияет и на бронхолегочную систему, и на кожный покров, ухудшая кровоснабжение. Страдают и наши сосуды. Этот период особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда идет холодная погода, разумеется, это приводит к спазму периферических сосудов, артерий в первую очередь. И это может сопровождаться в том числе и повышением артериального давления. Поэтому все это такое вот комплексное воздействие, оно приводит к тому, что может у человека возникать приступы стенокардии чаще или там нарушение сердечного ритма. Медики отмечают, в условиях сильных морозов у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы многократно повышается риск инфаркта и инсульта. И в сильные холода терапия таких пациентов может потребовать корректировки. Но для этого нужно вовремя обратиться за помощью к специалисту. В зависимости от того, какие симптомы у пациента возникают, какие мы объективные данные получаем при обследовании, может быть назначение дополнительных каких-то лекарственных препаратов, то есть усилить там терапию, которая приводит к снижению артериального давления. Или же если наоборот у человека реакция идет обратная в плане снижения артериального давления, мы можем уменьшить лекарственные препараты. То есть это, конечно же, всегда решается индивидуально. По мнению специалистов, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не должны долго находиться на улице и избегать сильной физической нагрузки. Правильно одеваться. Здесь поможет многослойная одежда из натуральных материалов. Нужно обязательно утеплить кисти рук, шею и голову. Не распивать на морозе спиртные напитки, а чтобы согреться, пить горячий чай. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.